Это отличное, полезное и легкое блюдо для ужина или гарнир к любому мясу или рыбке на обед. Цветная капуста получается очень нежной и вкусной. Ее с удовольствием будут есть и взрослые, и детки. Вкусную и полезную цветную капусту очень быстро и легко можно приготовить к обеду и подать с мясом или рыбой как гарнир или на ужин как самостоятельное блюдо. Рецепт приготовления цветной капусты в яйце очень простой и легкий. Соцветие отвариваем до любимой вами степени готовности, ведь кто-то любит капусту помягче, а кому-то нравится хрустящая. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Первым делом отвариваем капусту, наливаем в кастрюлю воду, солим и варим капусту не больше 10-12 минут. Яйца вбиваем в глубокую тарелку и взбиваем. Еще в одну миску насыпаем муку. Отваренную капусту разбираем на соцветия. Подписавшимся, больше вкусностей. Обмакиваем каждое соцветие во взбитые яйца. А затем обваливаем в мелкие. И обжариваем в разогретом масле до красивого цвета. Обжаренную капусту подаем к столу со сметаной или любым другим соусом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот из чего готовим блюдо. Цветная капуста, 500-600 грамм, яйцо, 2 штуки, соль, 1 столовая ложка, мука пшеничная, 1 столовая ложка, растительное масло, 3-4 столовые ложек, количество порций, 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья!